Всем привет, ребята! Сегодняшний день хочу начать с уборки. Сейчас буду убираться в нашей ванной комнате, потом буду убираться в нашей спальне, менять постельное и так далее. В общем, день сегодня длинный, обещает быть. Вот, сегодня отличная солнечная погода. Все, сейчас будем убирать, мыть, и будет у нас красота. Потом еще пойду готовить, кушать. Возможно, сегодня еще Ваня съездит в магазин. Посмотрим, насколько нас хватит. Вот, но пока что план это убраться в ванной комнате. Так что поехали. Ну что, все, комната готова. Ванная комната тоже. Вон меня в зеркале видно. Так, привет, привет. А вот все. Убрана, чистота, красота. В ванной тоже чистота, красота для пота. Открыла окно, пусть проветривается. Пропылесосила, повытирала пыль в детской комнате. Ну, тут, в принципе, порядок. Так, чисто символически. Влажная такая уборочка. Супер, все. Теперь отправляемся на кухню, и там нас ждет посудомойка. На самом деле сейчас такой соблазн сделать чай или кофе и пойти на террасу, на балкон, потому что сегодня просто невероятная погода, но я держу себя в руках, я дала себе слово, что сначала я сделала все домашние дела, а потом пойду на балконе и расслаблюсь. Остался последний рывок, это посудомойка, там чистая посуда, ее нужно разобрать, загрузить туда грязную после завтрака и приготовить обед. И, в принципе, все. Вот. Но это займет энное количество времени, так что, поехали! Just the other day, saw you looking my way. Start to contemplate moments that went to waste. Why you do that? You drop me like who that? And put me through that. Baby, it's useless. I'm living my life. Don't need to remind me, feeling just fine. One of a kind. Who better than I? Ay, 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 oh. Shawty, don't play that game. Shawty, don't play that game. Мы наконец-то садимся кушать. Да. В общем, я приготовила такой салат. Рис, тунец, лук и майонез. Смотри, как он ложкой ест. У Ванюши рис с тыквой и горошком. И у него вареная дорада. Вареная дорада? Ну да, я просто заморозила ему одну рыбешку. И потом просто сварила ее. Круто. Вот, так что всем приятного аппетита. Я такой голодный. Ты голодна? Очень. Ладно. Я еле удержалась, не попить чаю, пока готовила кушать. Ладно, все, всем приятного. Приятного аппетита. Так, мы играем. Смотрите, Пума любит садиться сверху вот тот, на этот шкаф и свысока наблюдать за Ваньком. Я выделила Ванюшке вот эту декоративную эту штуку. Это для пасхального, в общем, декора было, и я решила, это очень похоже на ферму, ну, что-то похоже. И вот, видите, он складывает туда всех животных, которые у него есть. Да, складывай, сыночек, молодец. Здесь будут жить животные. Давай, умничка. Вот так, как ты делаешь, правильно. Сейчас мама камеру поставит. Давай сюда животных будем складывать. Вот так, где у нас еще животные? Лошадка. Нет, это ослик, а вот это вот лошадка. Или наоборот. Это кто? Корова. Муу. Да. А собака? Гав-гав-гав-гав-гав собака. Кто у нас тут еще с тобой есть? Курочка. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Курочка. А овечка? Как овечка делает? Бе. Бе. Или это козочка? Ребята, как? Овечка. А козочка как? Разные. Ладно, хорошо. Договорились. А это?
Кто такой? Это Хрюша, свинья. Хрю-хрю-хрю. Кто подскажет, какой звук издает жираф? Без понятия. А обезьяна? Обезьяна. И бык. Забудай бык. И панда. Смотри, какой у тебя лев. Лев. Все, отдыхают все. Зверюшки отдыхают, да? Звери отдыхают, они устали. Им пора спать. Да? Не, здорово и правда классно. Будем хранить тут зверей. Я засняла в сторис всю полную нашу коллекцию деревянных игрушек. Ну, тут еще затесался ежик. Он пластиковый, но тоже развивашка. И я ему даю так, чисто когда мы вот вдвоем занимаемся. Ну вот, так что... У матери просто праздник. Единственное, что хочу красивый стеллаж. Полочек, чтобы все это красиво расставить. Тут у нас вот еще весь закрытый. Но это она попозже, это ближе к 2 годам уже. Есть у нас такие вот занималки. Вот, ну, подробно можете в Инстаграм у меня посмотреть. Я про все рассказала и все показала. Сиди! Я тут полез в наш ящик за орешками, за фисташками. Вот. И нашел там другие орешки. И посмотрел на срок годности. Хочу, чтобы Катя... Я же все передернула. Катя посмотрела. И озвучила. 17.05.2017. Да, они у нас на 3 года просрочились. На 3 года орехи просрочились. Ребят, мы собираемся ложиться спать. Я вообще подумала перед сном еще сыграю в партийку Каркасон. Если вы любите настольные игры, обязательно поиграйте в игру Каркасон. Она просто затягивает нереально. Сейчас пойду смывать макияж, умываться, надевать капы, уход лечебный. Вот. И в тепленькую кроватку сыграю одну игру и на боковую. Вот, и все, подходит к концу еще один день на карантине. Так что всем, ребята, спокойной ночи. Увидимся с вами снова завтра на том же месте, в тот же час. Так что всем спокойной ночи и всем пока-пока. Ребят, знаю, я уже с вами попрощалась, но, блин, я сыграла игру, я выиграла очень сильного игрока. В общем, смотрите, здесь я в онлайн играю. Я играла с вот этим игроком, у него аж 316 очков. Ну, то есть он очень серьезный соперник. И после игры с ним у меня стало 209. И он мне предлагает реванш. Я не буду торопиться. Я думала, я поиграю всего одну игру и спать. Пруха, то, что надо. Слушай, ну у меня больше 319 очков. Я тоже сильный игрок. А ты играть со мной не хочешь? Почему?
Не знаю, почему. Я с тобой хочу играть. Так давай. Мне некуда, я сейчас иду монтировать. Да, ладно, монтируй. Пока, потренируйся. Кстати, у нас наград, тут еще награды. Так прикольно разговариваешь с капами. Да, у нас одинаковое количество наград. Сколько он игр сыграл? Не знаю, сейчас зайду посмотрю. Так, где тут посмотреть игры? Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Каркасон он сыграл 558 раз, из них 252 победы. Половину. Ой, слушай, он так много игр играет. 500. У меня сыграно 20 игр. Он еще играет в какую-то грани судьбы. Игра. Ну, Пися вошла. Пися не пришла. Писечка, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне, моя девочка. Иди ко мне. Иди сюда, иди. Мягенько, да? Ты любишь это покрывало? Вот так. Ложись. Ложись, пока хозяина нет. Да что ты? Это кошка. Все, легла. Чтоб ты ее не трогала. Он не подтверждает. Он, походу, уже где-то играет. Ну, правильно, пока тебя дождешься. Пока ты меня позвала, пока то все. Все, а я пошел монтировать ложек, ребята, все.